Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 788. События дня. Евангелие от Матфея 24:4. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». За 9 февраля 2018 года. Рустам пишет: «Бог меня любит, а знаете почему? Я вам отвечу, потому что Он мне дал все богатство церкви, целое наследие, вашу общину и дал право быть знакомым с вами, Игнатий Тихонович. Это честь для меня знаться с вами. Чего мне еще надо то? Я счастлив, я богат. Спасибо Господу Иисусу Христу за все. Аминь». Ну, тут спрашивают, как поститься, пост начинается, где бы о постах узнать. Я сразу скинул ссылку. А наш форум о святых постах в Церкви Христовой. Вот оно где есть. Вот так зарядить, вот по-русски где-то в Ютубе, ты сразу тоже выйдешь. Евгений Трапко. Израиль. У меня складывается такой вывод, что нужно идти к православным старообрядческого уклада. Там, где принято и двойное покрытие головы, и бороды мужчин не трогают. У новообрядцев такого уклада жизни вовсе не найти. Валентина, у вас там поблизости в Германии есть православные старообрядческого уклада? Ну, видно, что со старообрядцами не знакомы, не знаются. Я у сестры увидел фотографию, Аня, у старообрядца Белокрынинского согласия, у Валентины. Фотография у ее мужа, брат Петр, родной брат у Владимира, венчание идет. Рядом стоит пара. Мужчина, гладко выбритый, здоровый. Я говорю, это кто такой? А кто такой? Не знаю, он никогда не ходил. То есть откуда-то из тайги приехал, видно, или откуда. Ну, главное, чтобы он не ходил к еретикам, то есть ни с кем не встречался. А он неверующий, там в галстуке, бритый, там, ну, живет как совершенно мирской человек. Но он свой. Он себя не приписывает никому, позиционирует, как только старообрядец. Так что бритых у них пруд пруди сегодня. Это уж только мы видим, где есть. Дальше, и покрытие головы. Покрытие головы у старообрядцев хитрое, лукавое. Вроде девочка и девушка уже 18-20 лет, она все еще на пол головы только закрытая. Я гляжу, вот им подражает отец Кирилл Сахаров. Ну, ты эту всю историю знаешь, что когда речь идет, жена да покрывает голову, то речь идет о женском поле. Ребенок у груди матери должен покрыт уже быть. Нет, жены очень непокоривые старообрядческие, он не знает. Ну, у них, правда, учеба есть. Каждую, говорится, субботу профилактика. Отбузует и отлупит и. То есть рукоприкладство у них. Были они там тут знакомые наши с Новосибирска, в Белой Кренице, там у них центр как бы был. Там старик какой-то что-то сказал. Они его избили, селезенку отбили. Епископ тут у них Силуан Сибирский. Что он там сказал, не знаю где-то. Они его повалили, ногами пинали сколько и. Но это даже, я не знаю, никуда не годится-то. Так что ты, Евгений, ты их совершенно не знаешь-то. Их и искать незачем. Благовестие за 300-400 лет ни одного не было. Ни одного благовестника, ни одного миссионера. Что тебе доказывают-то? Иди к ним, ищи. Ну, что искать-то? Да, законная церковь, понятно, но жизни-то никакой нету. Вот они научились петь. Петь, вот тянет один, допустим, и сказать аминь, и думаю, что она в лесу заблудился? Нет, это аминь тянет. И вот они научились петь. Ну, город Новосибирск, Долгов Владимир Андреевич. Он набирает себе команду, и поехали даже в Румынии были, где там это, Польша, и они там пели. Пели молитвы на сцене. Ну, что молитвы-то? Никто ничего не знает. Голоса хорошие, здоровые, крепкие и прочее. Ставить в священники. Я говорю, а что его не ставят такого? Ну, я устав знает там, не сохранил себя. Как не сохранил? Да он живой. Нет, это означает, крещенный в детстве. Но наблудился, да женить бы еще. У них за этим смотрят все-таки. А у новообрядцев вообще не смотрят. Старообрядческого уклада. Уклад только один. Выпить. Показывают в Бразилии, там в Аргентине, где они берут интервью, а потом, ну, он уже так уже дождался. Ну, выпьем.
за приезд гостей. Огромная там такая чашка, с чем она там, с брашкой или с чем-то. Но никто к нему не присоединяется, эти, когда приехали режиссер, он один выпил. А потом уезжая, показывает на кровати, везде валяются, лежат. Приобретает только через смешанные свои там бракосочетания. Вот она, старообрядка, полюбила индейца. Ну, индеец, ну какой они уверены-то? Старообрядец, пальцы научили складывать. Теперь осеменил ее, и все, разошлись. Вот выходит она замуж, своих-то нет женихов, а это хорошая вышла, детей нарожала, бац, ушла к себе обратно. Это я говорю без названия имен, это рядом прямо у меня сбоку. А почему? Ну, потому что Бог это не знает. Если у них за главного героя веры считается даже не Павел, а Аввакум, и все песнят об этом, в Дауре он был, где боярыня Морозова, дальше этого не идут. А в войну, о, у них там был Крюков, 4 этих креста, полный георгиевский кавалер в Первую мировую. Они воевать умеют. Пугачев, о, Емелька Пугачев, старообрядец. Дальше, я отвечаю ему. Игнатий Лапкин, все бы так делали, присмотрелись, увидели, что где-то что-то исполняется. Ну, к тому пирогу я подсяду. То есть, давай ищи там, а не трудись, а ищи. Там у них вроде бороды, давай ищи их. И зачем? А тогда я буду к ним принадлежать. Ну, смешно даже. Нет, ты там начни трудиться, там, где ты есть, и не ищи поля ухоженного или распаханного. Притча 5.10. Чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома. Осия 10.12. Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. На вину, то есть оцелена, поднятая целина. Интересно, заголовок «Поднятая целина» у Михаила Александровича Шолохова. А прислали мне сейчас на немецком или на английском, там знакомая была немка-то, «Годженьёв», то есть «Девственная земля». Девственная она. Это на вина. Вот распашите такое, где ни одного человека верующего нет. Ну, я же не говорю создать общину. У православных практически общин-то нету. Ну, вот у отца Кирилла Сахарова я знаю. А это что, где-то много крестят там у отца Георгия Кощеткова. Много там. Много это значит послабление дано. Они приезжали ко мне вот. И в брюках, и крашеные, и с сережками. А у жизни-то тут другой, не знаю, внешне вижу. Внешне. Ну, наше правило, если дать, у них ни одного не будет крещеного. У нас хоть одного крестят, а у них ни одного. Как говорит об этом Ездра. Игглесиаст 11.6. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Ну, трудиться надо-то, ищите там. Ну, что ты, Евгений, смеешься? Вот проповедует Слово Божие, а у старообрядцев не проповедует. Я бы старообрядцам сказал, а у баптистов проповедует. Давайте, поищите баптистов туда, да. Тебя бы зашибли они сразу за эти советы. Лука 13.24. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что многие поищут войти и не возмогут. Поищут когда-то. Да вот и подвязайся, это тесные врата у православных, как называют их, новообрядцы, ни конья, ни того другого нет, а ты сделай. Римляна 15.20. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. Не имеет даже известия, и там начинай проповедовать. Ну, вот вчера тут новый ролик выставил Виталий Калиников. Но как-то получилось так, что там тоже один еще взял-то откуда? От Михаила Кальмаева. Михаил от меня взял, там вырезал по одной тематике, а он берет там у него, и фотографии, конечно, слабенькие. А дальше я выставляю, она... Система мне выкидывает, что это чужое, трогать нельзя. А я отвечаю, ну, найти надо, говорит, оригинал, где он находится, мой оригинал, тот ролик-то, а я пишу. Нет у меня времени даже это найти. Нет у меня даже времени даже это найти.
Но так как исходное все мое, то ни Михаил и никто не докажет, что я у него похитил этот материал. Даже напротив, мое взяли ко мне и вернулось. Благодарю за ответ. Работайте во славу Божию. Мне все понравилось. Только смотрите, чтобы звук был максимально большим, без посторонних шумов. То есть из моих роликов находятся помощники, люди, которые составляют. А система мне говорит, не бери, что чужое там не разрешается. Ну вот стихотворение одно я написал тут. И мне по нему Виталий вчера вопрос задал. А стихотворение вот такое. Я обвиняю вас, слепая власть, в погибель завели слепых коллег. Пророков посылал и обрекал не раз, но покаяния от аспидов все нет и нет. Я обвиняю вас, раскрывших пасть, со скалом безразмерно, ненасытно, за зверство кровожадное, за страсть, за нераскаянность, к ней признаков не видно. Вам кажется, на том глаза затмились, управы нет на извергов, на вас. Но если что приспичит, Божья милость спасет и вовремя амнистия, указ. Вот он меня спрашивает, вот как здесь Божья милость спасет? Вроде как-то плохо или что это такое? Ну ладно, один вот этот куплет ему надо было пояснить, Виталию. Толпа, повязанная сговором лоббистов, обманов, лживых обещаний депутатов. Вы в темноте, ваш путь наклонный, склизкий, сопревший в грехах. На пне опята. Я обвиняю, вам придется дать отчет не избирателям, тоскующим по урнам, а Богу и Иегове, хотя вам брат сам черт, страшилище, кривляки, банда урок. Слова Христа они вас обвиняют за ненасытность, грабежи, разврат. Гробы окрашенные, вас все грехом воняет, и ваши съезды хищников парад. Я обвиняю вас, мошенники с кадилом, корыстолюбцы, скрывшие Писание. Вам проповедь не нужна и не мила, вы кажетесь себе такими молодцами. Я обвиняю вас и за церковный фарс, за ваше фарисейство и актерство. На исповедь к народу, скажите без прикрас, где хлеб пекли заплесневелый, черствый. Заметь, вот, и работать надо прямо над этим, над голосом, смотри, я обвиняю вас и за церковный фарс, за ваше фарисейство и актерство, на исповедь к народу, скажите без прикрас, где хлеб пекли за плесневелый черствый, на исповедь, это приказание им, вот так, дальше. Я обвиняю вас за прорванные сети, за подозрительность ко мне, к святому слову, придется вам сполна за все ответить, я... Уголовный кодекс Иеговы. Вот кто обвиняет, это не я. Люди вначале думают, я это так. Дальше. 6.10.04. Игнатий Лапкин. Пояснение к одному куплету. Вам кажется, на том глаза затмились. Управы нет на извергов на вас. Но если что приспичит, Божья милость спасет и вовремя амнистия указ. Ага. Понятнее нам будет, если дочитать до конца. И в последней строке девятикуплетного стихотворения одна строчка ставит все вопросы на место. То есть эти изверги, губители, революционеры, безбожные депутаты, ограбившие самую богатую страну, пустившие народ по помойкам перестройки. И эти кровопийцы, хапуги, все же при аресте или неизлечимой болезни или плене, думает, что рано или поздно, но придет амнистия коммунистам, и они избегнут Нюрнбергского процесса. Я поясняю, что там это означает. Кто же автор этого грозного монолога, не допускающего иного ответа на его обличение, как только безоговорочная сдача прежних мирских завоеваний, всего награбленного, вывезенного в офшор и швейцарские банки, хватит для избавления от кола осинового? Хватит безбожного опыта и знания временного. Я обвиняю вас за прорванные сети, за подозрительность ко мне, святому слову. Придется вам сполна за все ответить. Я уголовный кодекс Иеговы. Ну, понимаешь, ты подряд идешь, за знаки не смотришь. Давай, прочитай снова. Я обвиняю вас за прорванные сети, за подозрительность ко мне, к святому слову. Придется вам сполна за все ответить. Я уголовный кодекс Иеговы.
Так, за подозрительность ко мне, а что по три раза? Да, твое дело считать. К святому слову, за подозрительность ко мне, святому слову. За подозрительность ко мне, к святому слову. Они за это ответят. Как сейчас вчера там схватились Ильин, Сергей, вот этот Игнатий, он идолопоклонник. Он делает идолам синодальный перевод. Даже не додумаешься, что говорят. А ему надо-то беседовать с кем? А беседует с Кузнецовым Дмитрием. А тот вообще ничего не слышит. Прожженный до конца, разворотившийся в ереси. И он не дает ему говорить. Сергей. А Сергей молотит в это время-то. И они только что не убили друг друга. Не Ильин, Михайлов. Да нет, да другой это ролик-то. Михайлов. Да с Михайловым беседует Кузнецов. А это Ильин, Сергей, ты прослушал. Ильин, Сергей. И там замельтешилось, считай. Так, я уголовный кодекс Иеговы, я уголовный кодекс Иеговы, я уголовный кодекс Иеговы. Речь идет об их окончательном беспокаянном повороте влево. Выбор сделан, и избравший теперь делает то, что говорится во всем стихотворении на 36 строчках. Вам кажется, на том глаза затмились. Управы нет на извергов, на вас. Ну, подожди. Вникни в это потихонечку сейчас, давай. Вам кажется, на том глаза затмились. Управы нет на извергов, на вас. Но... если что приспичит, Божья милость спасет и вовремя амнистии указ. Милость как бы от Бога, в которого они не верят. И милость как бы от Бога в амнистии, в указе покрыть их долги щедростью своего масонского парламента. Видите, сколько он заставил меня разъяснять. Ну, тут еще один человек, и я не хочу называть, потому что мне сказали, тут за мной гоняются, и вот особенно этот сват. Сват там есть такой, Олег. Ну и это у меня были такие раньше. Кто со мной есть, фамилию узнают, на него нападают и считают, что там Андрусенко, он вытащил от меня. Да нет, Андрусенко никакого отношения не имеет. Там его что-то обидели, Андрусенко добро большое делал. Дом построил, на него архиерей поднялся, и он выставил. Тут, не, я думаю, Олег никакого нет. Ну, может, маленько где-то там раньше уже показал выход в никуда. А это-то чей от меня человек? Все правильно, Игнатий Тихонович. Все правильно. Игнатий Тихонович, недавно молились вместе с детьми. Так дочь молится. Господи, благослови Лапкина Игнатия Тихоновича. Прям до слез. Ребенок маленький молится дома. Добрый плотник. Жалко душу, которую обманул лукавый. Но вырезать опухоль придется, как бы больно не было. То есть я сейчас вот это вот все беру, собрание в деревне идет у нас там по роману малышу. И там, которые есть, я выставил здесь какие-то, что-то повторяться может быть. Но придется вырезать, то есть расставаться. С человека уже этого не задержать, ничего нет. Он одержимый. Одержимый просто в тяжкой форме. Тут не одна шизофрения. Александр Фаза. Этот хохол вам мозги потреплет. Потрепет. Да. Анс Хасанов пишет. Ведет себя как бес. Весь изворачивается, злится. На месте ровно не сидит, терпения нет. Заблудился дурачок. Глупый еще совсем, как ребенок. Это говорит Роману малышу. Александр. Андрусенко. Вот фотография ее есть маленькая. Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром принимаем, Александр. Вы говорите, что удаляете из комментариев только матерки, а на деле вычищаете все, что пишут против вашей линии поведения. Нечестно ведете себя. Ну, понятно, что только. Откуда ты взял это слово «только», я не знаю. Ну, матерки, давай, я матерки буду оставлять. У Андрея Кураева есть. Ладно ли это? Ну, ты еще, Александр, ты совсем не думаешь, о чем говоришь-то? На чем меня подкусываешь-то? Ну, давай, вот я сейчас покажу. Ну, вот. Вот отзывы какие. Давай, я тут оставил отзыв. Вот прочитай его тут. Какие они отзывы? Не матерки, нет, не матерки. Так. Вот прочитай, что он пишет здесь. Пользователь. Так, Алекс Джи добавил комментарий. Слушай внимательно. А мне Иисус с маленькой буквы. Иисус с маленькой буквы, значит, сказал. Игнатушка. А, без запятой. Мне Иисус сказал, Игнатушка, чтобы я... мать твою откопал и насрал ей в пасть. Представь себе,
о матери, о христианке, умершей, матери героини. Это, говорит, я еще должен оставлять. Это я специально подсунул, оставил тебе. Ты еще свихнулся совсем, Александр? С Олегом сватом познался. Ты сдурел просто. Ну вот я оставляю, матерка нету. Ну, глотай, грызи, я буду оставлять. Ну, ночью через ограду тебя накидают сдохлых крыс, собак, кошек. Они ничего не сказали, просто лежат. И ты уберешь или нет их? Я сказал, чисто под меня подыскиваешься. Я тебе молюсь день и ночь, а ты начинаешь ко мне это глупости всякие. Ну, вот он сказал, он откопать ее должен, мать, и теперь что-то с ней сделать. При чем тут мать-то? Это твои соратники тогда. Вот глотай теперь, грызи это. Совсем обезумел там с этими стеретиками-то. Говорил вначале, никуда не пойду. С кем ты соединился, ты глянь. Люди, которые полностью потеряли человеческий образ. Вчера ролик поставил Дмуха Александр. О чем? Ереси. И говорит о нравственности. Развратник. Он в деревне у нас жил. И говорит, вот прелюбодеяние, оно обязательно с ложью связано. Должен жену обманывать. А он обманывал, пока его вытащили. Чего ж ты сразу не сознавался-то? Ну, хотел семью сохранить. Где бы он ни был, везде один кровавый след. Это твои друзья сегодня, с кем ты спишь-то? Я не хотел тебе это говорить. Ну вот теперь я так. Смотрю, он откапывает, ты стоишь рядом. Только бы это никуда не делось. Пошире кричишь, идите, люди, смотрите, это против Игнатия. Я ненавижу вас. Вот ты кто такой оказался. Андрусенко Александр. Ну вот я сказал, вот я тебе показываю, это одно из них. Матерка нету. Когда я говорил, что эту падаль буду держать у себя, зачем это нужно-то? Ты еще совсем рехнулся ума? Теперь матерки эти, а на деле выщищает все, я и обязан делать. У тебя нет этой власти, а что ты будешь вырезать, когда канала-то никакого нет? А мне каждый день идут, я их таких вырезал около 4000 уже. Сказать нельзя, что из-за кого заступаешься-то? Наша линия, какая наша линия поведения? Какая? Что-то упрекать меня хочешь? За мной какие враги? Сколько их? Что-то сделали? Нет. Отец Геннадий Фас, посмотри, кто это такой. И он говорит, вас, Игнатий, спасает всегда ваша безупречность, неукоризненность. Ни один враг. Меня судили до 10-го колена КГБ и не нашли ничего. Вас, если будут копать, наверное, что-то найдут. Убойся Бога. Что ты в самом деле-то? Я ж тебя нигде не трогал ни разу. А ты за мной подглядываешь и все. А ты, Господь, ткнет из вашей пузырей-то, какой гной потечет? А меня проверяли со всех сторон. Ничего не нашли. Дальше. Барба Со пишет. У Романа крыша поехала походу. Ему все мерещится. Алекс Гунин. Срочно звоните 02, если отказывается от показа паспорта. И в 03 для общего освидетельствования психики, иначе будет беда. Иван Боярский. Роман в некоторых единичных высказываниях говорит, конечно, правду матку. И так оно есть. Я не про плоскую землю, если что. Но ведет себя сейчас просто ужасно. Ну в чем он говорит, Роман, правду-то? Конкретно в чем говорит? Что приближается пришествие Антихриста? Абсолютно правильно. Ну какое это открытие это сделал-то? Ну вы посмотрите, куда он прет-то. Красный свет. Вы подбиваете Романа на то. Красный свет хотя. Но ты жми быстрее, может, проскочишь. Да как он проскочит-то? Это слуги Антихриста. Роман такие вот первые, которые Шляховы там все, они как раз и приготавливают престол Антихриста. Ложим, маневр делает. Ну как войну было? Переставляют заминированное поле, а они эту табличку переставили на другое. Ну и там подрываются коровы, люди идут. Это после войны уже было. И вот здесь вы говорите, там анти... Какое? Буквы. Нигде никакого отношения к Антихристу они вообще не имеют. Ни штрих-коды, ни щипы, ничего не имеют. Его нет, Антихриста. Храма нету. Вы неверующие. Я не к Ивану Боярскому говорю. Ну ты-то где-то? Давайте. Как маленький, гордый и обиженный ребенок. Ранее я был не согласен со случаем, как с ним беседовал Никита. У нас было это, прочитаем еще раз. Ранее я был не согласен со случаем, как с ним беседовал Никита. В доме у Вити Николаевича Савченко. Хоть Роман и не прав, тоже тогда был. Но Роман тогда хотя бы общался конструктивно и культурно, в отличие от Быковских или Быковских и подавать Никит. Ну как бык ты? А вы посмотрите, там Роман, когда поворачивается, какие глаза у него. Посмотрите, там особенно выявлялось. Они совершенно больные.
воспаленный, как он глядит там, на фотографии сохранился. Вы слепой не видели? Я уже видел тогда и говорил, это беда какая-то. Это внутри демон лжи. Но сейчас себя ведет уже Роман как бык, и Никита просто святой по сравнению с ним. Вот и все. Роман, видно, умен и подкован на язык, и есть уверенный стержень. Но настолько потерялся в идеологии и адекватности происходящего, что эти же черты характера его разрушают теперь. Считает, что весь мир к нему враждебен и не может трезво оценить простой вопрос и просьбу. Ну это речь стоит о том, ты рожден свыше, не рожден. И здесь показывает, он понятия даже не имеет, Роман, об этом. Ни рождения, ничего там нету. Роман, если ты это будешь читать, пойми, остуди разум. Именно в данном случае то, что тебе говорил святой отец, или как там у вас называется, тот, что за столом сидел в форме, он был 100% человечнее, очень мудрый, снисходителен. Это об отце Акиме говорит. У тебя просто накрученное состояние, которое превратилось уже в паранойю. В данном случае, когда ты говоришь про Игнатия Тихоновича, что это он, мол, дал указание тебя выжить, он, может, и дал указание, и по нему действие это разворачивается, но в твоем случае не с целью тебя выжить. Ну, понятно, что я никакого указания не давал, и мне очень хотелось, чтобы Роман здесь жил. Он мне очень нравился, деятельность со своей. Мы все лето работали вместе. Хотели бы выжить, за один день это сделали бы. Конечно, летом еще. Потому что начальник уголовного розыска приезжал, и каждый спрашивает там, мой племянник строится, Иосиф, а кто строится здесь, а он как? Ну, сказали бы, а да вот тут из другого государства приехал, документы не берет, регистрацию не берет, и вот да тебя бы до обеда уже это скрутили и вывезли. Наоборот, ты во многом оказался полезным общине и нужным. Во многом, понятно, правильно говорит здесь. А целью вернуть к адекватности и, самое главное, общему согласию от слова «община». Ведь ты захотел здесь жить, а они... А не они тебя силком туда затащили и мучают. Ну да, с Украины ехать, сколько мы переговаривались, он скрыл в себе вот эту гниль. Поэтому имей ты уважение к людям, отключи свою враждебность. Тебе наоборот дали шанс реабилитироваться, найти общее согласие. А ты грубишь и просто адекватно никого не слышишь. Удивлен, что тебя еще терпят. Видимо, много добрых дел так и сделал. Раздают настолько долго еще шансы. Если, по твоему мнению, все они такие плохие, лжецы, лицемеры и так далее, зачем ты там живешь? Только не говори, что тебе этот путь Господь показал, хотя, может, действительно и показал, но тогда, чтобы ты как раз исправился благодаря им. И видно, в тебе есть потенциал, и, видимо, Игнатий Тихонович его увидел, да. Раз терпят сейчас все это. Ты либо уважай людей, общину, либо не разрушай, а иди своей дорогой дальше, там, где тебе понятнее и ближе. Ты бы еще примкнул пятидесятникам в общину и стал навязывать их, вразумлять. Поселился бы насильно, хамил и оправдал все это миссией Божией. Все доводы, что тебе приводили, верны. На земле есть свои законы, и чтобы были условия тут сохранить максимально свою идеологию, эта община над этим и старается, играя, насколько это не приводит им по общим... Не противоречит им по общим правилам. Поэтому либо регистрируй землю, а то принесешь и себе проблем на будущее, и общине, либо как баран продолжай стоять на своем, печатях антихриста. Но тогда не забудь сжечь свои права и машину, на которой ты ездишь. Вот что, где... Там же все эти номера-то и есть. Он дурит просто. Главное, машину. Что, права на машину-то, там-то еще больше этих шестерок-то. Ноутбук, телефон и интернет. В этих делах антихриста в тысячи раз больше, чем в паспорте и регистрационных документов на землю. Ты сам в этом плане очень большой лицемер получаешься. Вот и все. Маленько-то глаза у людей открываются. Он боярский тебе это втискивает в башку. Колян С. пишет, срочно депортировать. Лабус пишет. Роман, дуй в свою Украину, пока тобой не занялись правоохранительные органы. Ты далеко от Бога. И потеряются мне надо эти проблемы с тобой. А старости впредь будет наукой. Положено человеку по приезду регистрировать
Ца, регистрируйте. Видите, что проблема-то? Дело в том, что если они будут наседать, в первую очередь нас будут обвинять. Батюшка говорит, тут нет ни одного дома, в который я не вложил труд. Он каменщик. Каменщик, крыши крыл, фундаменты заливал. А Роману какая разница? Отряхнулся и пошел к своим шляхам. Он найдет какого-то, говорится, лысого демона себе. Обязательно. Ухватится за рога. И поэтому батюшка ему и сказал, тебе-то разницы нет, но это же ты живешь с нами. Ну, есть другие деревни заброшены прямо на новом месте. Ты начинай, никто тебя там не знает. Вася Карась пишет. Этот Роман ума отсталый, чушь несет. Александр Казаков. Слава Богу нашему. Меня там не было, ситуации людей я этих не знаю, однако позволю себе сказать. Сказать о том, чтобы тот, кто читает комментарии к видео, не воспринимал всерьез некоторые комментарии в интернете. Можете в поиске поискать по словам фабрики троллей. Это организованные группы людей, которые за деньги пытаются навязать обществу определенное мнение. Порой там даже не люди, а боты, специальные программы, которые массово пишут комментарии, сообщения. Они могут даже друг другу отвечать в комментариях, симулируя живое общение. Я сам знаком с программированием. У дьявола задача поссорить людей, чтобы они были врагами друг другу. И для этого его слуги стараются активно работать. Поэтому не думайте, что многие оскорбительные комментарии пишут люди, хоть сколько-нибудь знакомые с ситуацией. Верующий в Бога человек никогда грубого слова не скажет. Хвала Богу нашему, да поможет Бог спастись искренним. Аминь. Он всех, еретики, все. Вся православная церковь, ни один, ни два. То есть это собор не решается. Мне митрополит Виталий, мы переписывались, это первосвятитель, предстоятель, или как называть его, Русской православной зарубежной церкви. Мы стоим, говорит, перед тем, что можем объявить безблагодатной Московскую патриархию, но так и дальше не пошли. Потому что они там делали? Выбрасывали в монастырях, все отнимали, храмы за границей, ну, за патриархию там все. Лучик света. Мне бы хотелось услышать мнение Игнатия Тихоновича. Очень жаль, что его не было. Это на этом собрании в деревне-то. А то другие, он не испугался, не пришел. Ну, то есть, ну, подначивать, чтобы я выступил. Я никогда не выхожу. Хоть что говорите. Почему? Ну, вы ответите за свои слова, я за свои. Меня там не было, потому что я был в Барнауле, и ходу туда не было, да и незачем. Там хватает. А по Роману решил, что... Он вам нервы потрепать. Самое лучшее решение для таких людей – вообще его игнорировать. Это для него самое большое наказание. Если бы просто говорилось наказание, какое-то мнение там с Кузнецовым или с Ильиным, но здесь-то другое, другое. Потеряевки устав. Единственная такая деревня на таких основах на всем российском пространстве. И он теперь, как будто мы его прикрываем-то. Вот какое дело, тут нельзя игнорировать-то. Это не тот случай. Галина Деттер. Вы вообще кого пригрели? Срочно с ним разобраться. Геннадий Кушнир. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Римлянам 13 глава 1-7. Маленько, мигай хотя бы. У меня сложилось впечатление, что вы, Роман, потеряли страх Божий, а это начало мудрости. Дорогому Роману. Евгений Трапко. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. 1 Тимофея 3.7. Надлежало иметь Роману перед въездом Потеряевку доброе свидетельство от внешних. Во-первых, от жены, близких, родственников, друзей. И это доброе свидетельство желательно надо было засвидетельствовать по скайпу в беседе с Игнатием Тихоновичем, дабы узнать от внешних, что нет в Романе Малыше никакого порока и лукавства. Но этого не было. Кто бы рассказал там? Да нет, это невозможно, Евгений. Просто заочно. Да чего ради он будет это? Родных, которые были, что с женой развелся, почему? Ну, то или не развелся, ну, нету ее. Сын там не едет с ним. Ну, нет, никогда на это не пойдет. А теперь Роман Малыш имеет худое свидетельство от общины, которое толкает его в нарекание и сеть дьявольскую. Вот и все. Лабус.
Роман, срочно посети психиатра. Болезнь явно прогрессирует. Это абсолютно точно. Его видно. Он тяжко болен, даже по-физически. Александр Самедов. Земля Господня и все, что наполняет ее, и без ведома Всевышнего ничто на ней не совершается. Роман, ты стойко стоишь в позиции, которую ты считаешь верной и единственно правильной? Людей с подобными убеждениями, как у тебя, очень много, и есть отшельники. Можно было бы к ним примкнуть, а точнее стать одним целым по взглядам и образу жизни. Но удивляет то, что люди эти пользуются автотранспортом, мобильной связью, сетями интернета, приобретают товар со штрих-кодом, да и документы у большинства имеются. Уверен, что у тебя тоже есть документы, удостоверяющие личность. Но не лицемерие ли это? Рассуди, Роман. Немного с отдаленной позиции перестал на какое-то время питаться этой информацией. То есть в интернет не заходи, а он там сидит в железном контейнере один, по неделе не вылазит. И день, и ночь выискивает. А кто еще так понимает? Ты любую дурь придумай, и обязательно найдешь соратников. Этот смутный ажиотаж кому-то выгоден. Идет не просто раскол, а дробление в православии и обществе. Говоря, что имея документы, это путь в ад, сами имеют их, как паспорта, так и водительское удостоверение. Прослеживая по роликам, ассоциируется мнение по твоему поведению, что ты исследуешь книги Игнатия Лапкина и вникаешь в видеоролики с определенной целью найти любой повод, зацепку, якобы разоблачающий Игнатия Тихоновича, но никак не для назидания веры. Абсолютно правильно. И похоже на то, что ты его ненавидишь где-то подсознание. И более того, складывается мнение, что ты изначально ехал с тайной целью, в кавычках, спасти жителей Потеряевки от Лапкиных. Видишь, как люди исследуют это. Это не я. У тебя это задание номер один. Волнение Игнатия Тихоновича законно, а вот твои условия не кстати. Ты навлекаешь тень на деревню, как в бочке меда будет капля дегтя. Ты этого добиваешься? Он чувствует себя ответственным перед Богом, поэтому так действует и правильно делает. Ну, он маленько там путает, там отец Аким находится, говорит. Может быть, про это он говорит? По тебе видно, что ты не идиот и не дебил, а вполне умеешь логично думать и делать выводы. Но вот упертость мешает оставить эту пагубную, заразную информацию, от которой ты как опухоль становишься в здоровом теле. Ну, то есть, от такой упертости, это надо идти к староверам, к старообрядцам. Священство не нравится, есть беспоповцы, почти 50 разных названий. Такого человека, как Игнатий Лапкин Божьего, не найти на всей земле. А там, где-то, да кто-то, почему бы тогда к ним не ехать? Очень надеюсь, что ты, Роман, образумишься. Пишу с молитвой. Я пересмотрел разных, и этой смутой был уловлен, отчего сомнительный бес вселяет сомнение. Хотя это очевидно все, и это строится путь к приходу Антихриста. Но именно подобная позиция – это ответ на провокацию, тем самым устранение от Божьей благодати. То есть как раз вот эти люди, как Романы, подготавливают престол Антихриста. Раздробить, от церкви оттянуть, подготавливают почву. Он даже не знает. Под видом того, что он людей предупреждает, чтобы не приняли печать Антихриста, а как раз он и накладывает на них. У тебя должно состояние быть в бесконечной благодарности Богу за Игнатия Тихоновича. А ты восстал против него, хотя это видно было с самого начала твоего приезда, о чем я ранее уже писал. Но Бог попустил такому быть. Может, это для жителей и всей общины, чтобы нашли какую-то причину. Помоги всем, Господи. Евгений Тропко, 1 Тимофея 3,6. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Роман не был испытан вами при принятии его в вашу общину и церковь в Потеряевке. Оказался в числе новообращенных, не испытанных духовно. Вскоре Роман, от того, что был в стадии новообращенных, малоизвестный, то есть не испытанный духовно, возгордился, не принимая соборного решения и совета в общины, и подпал под осуждение с дьяволом. Александр Никитин. Я так понимаю, приехал в страну. Приехал в страну, чти закон этой страны. Что-то не нравится? Канай на Украину. Приехал в Потеряевку, учти устав Потеряевки. Что-то не нравится? Канай на Украину. Честно говоря, не смотрелся на Потеряевке, скрывал свою настоящую сущность. А тут хохлядское прорвало.
Канай на Украину, там, где плоскоземельщики все обитают. Думаю, Игнатий Тихонович поставил бы его на место. Для Романа все русское чуждо. Пусть едет себе на родину, растут все не по его. Вот как уже. Сколько вот выставилось людей под роликом? Александр Мальцев. Только суша названа землею. Бытие 1, 9, 10. Обратите внимание. Да землей называется человек, раслилась земля. Сердца людей 4, куда вышел, семя падало. Дальше. Саймон Боливар. Романт агент ФСБ, СБУ и ЦРУ. Короче, агент 007. Джеймс Бонд. Евгений Травко. Олега Свата. Остерегайтесь этого человека. То есть Олега Свата. Он внимательно следит за беседами Игнатия Тихоновича и пытается выйти с собеседниками на связь. Что со мной беседует, я это знаю. Такие были у меня тут и с Америки одно время. И уже совратил Александра Андрусенко, принявшего крещение Потеряевки. Игорь Струц тоже под вопросом. Олег Сват пытается увлечь его за собой. Олег Сват также выходил на связь на Романа Малыша. Это я еще слышал, когда был у них в группе. Вот оно кто. То есть все богомерзкое, еретическое, все к нему. И он не понимает это, кто с ним вместе там в этом железном контейнере сидит. Олег этот 130 килограмм веса, ну еретик. Это больше. Бессовестнейший. Он 180, кажется, весит. Да может быть и. 180. Татьяна посмотрела 14:33 минуты. А я попросил минуты. Там, беседовал вчера и этот Кузнецов Дмитрий и священник Михалев Петр. И он не дает Михалеву говорить. И он не понимает, он прерывает, и даже не понимает, что прерывает. А тот сидит спокойно, а он опять прерывает. Ну и вчера посчитали, вот послушай, сколько посчитали. Я говорю, посчитайте, сколько раз он прерывал во время беседы. Посмотрела 14:33 минут. Сядь прямо, чтобы спина ни на что не опала. Дальше. Так, 14:33 минуты, и насчитала 19 раз он прерывал священника. Больше смотреть неинтересно. Страшный он какой-то, этот еретик. Ну и правда, смотришь ему глаза, и какой он есть, вот сидит мертвец. Рустам. Это сатанюга натуральный. Он Библию не считает Богом вдохновенную. Лукавый раб. Священник мягкий, как повидло. Уже согласился на необязательность ношения бороды, подкаблучник. Вот так. Это священник, вот Петро. Валентина Сартисон. Я успела просмотреть ролик беседы с батюшкой всего 7 минут и насчитала 20 прерываний речи батюшки. Представьте, 20 прерываний-то. Ну, в общей сложности, если по Валентине считать, тут разница у них есть, ну, не менее как 450 раз, но я скидываю половину, 200 раз прервал его. То есть он как будто не понимает, священник два слова скажет, он сразу идет и глаза зажмурил, он сатанелый совершенно. Рустам, зачем было общаться с этим еретиком? Сразу видно было, что он гнушается. Отключить надо было на первых минутах. Абсолютно правильно. Дальше, Рустам. Дорогой Игнатий Тихонович, мир вам. А если такое в душе есть разумение или чувствование, что умнее многих и чувство людей, это все лукавая гордость, возвышенная тщетная мнительность, ложное уставание о себе, или же это нормальное ощущение себя и сравнение себя относительно других? Неразумно сравнивать отношения с самими собой, Павел говорит. Слава Иисусу Христу! Дальше. Я отвечаю на это. Игнатий Лапкин, если даже это соответствует таким твоим мыслям, но все равно это как блокировка на определенную высоту и не выше. Нужно расти духовно, как и физически развиваться. Если дал себе установку, что лучше и выше твоих результатов нет, то куда стремиться? Думай, что не такой уж ты и герой, и еще ох, как много нужно знать, и потому нужно непременно всегда смиряться. Лука 17:10. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. 1 Коринфянам 15:10. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не было тщетно. Но я более всех их потрудился.
Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Благодать. Избрала его и больше потрудилась. 9 стих. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Видите, как высоко, невысоко думает о себе. 1 Петра 5:5. Так же и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот этот вот Дмитрий-то Кузнецов. Ой, чем он кончит? Все отвергает. Из Нового Завета послание Павла, там, считай, все, ни одного не надо. Что он там сказал? Главное, Христос сказал любить. Все, любить. Если он назвал Христова учениками, он не понимает, что ученики – это и апостолы. Нет, тут написано учениками. Вот почему секта – это узы взгляда на истину. За одно слово усыпился учениками. Ну, там же это апостолы и были. Нет, ученики. Так что-то апостолы не ученики. Филиппийцам 3:9. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Притча 16:2. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Ну, я вчера скинул, тут вместе собрано, что обо мне характеристику, фотографии, больше 1000 фотографий. Но это уже можно понять, какова моя жизнь. Там 8 роликов составили. Я скинул вот там Евгения Титаева, а он имеет отношение к поэзии. Так, Евгений Титаев, здравствуйте. Не касаясь ваших воззрений на духовное, это ваше личное дело. Как профессиональный литератор, делаю анализ того, что вы мне представили. На основе правил стихосложения, принятых в русской поэзии, с добавлением своего жизненного и творческого опыта, как это по традиции и происходит в литературной среде. Что же касается веры православной, то у меня человека, хоть и не слишком воцерковленного. Еще даже воцерковленный, да еще и не слишком. Я считаю, это одно из поганейших слов воцерковленный. Это нет этих слов-то. Рожденный свыше и нерожденный, значит, нерожденный. Но верующего сложился свой фундамент. Вот, свой фундамент, то есть не тот, который Господь заложил. Он достаточно крепок, и менять его я не собираюсь. Еще не собираешься. Многие не собирались. И Савл не думал, а Господь его как опрокинул, и все, и фундамент улетел. Хоть и не часто бываю в храме, но каждый приход туда воспринимаю как праздник. Ну, праздник, как на Пасху придешь, как не придешь, все, Христос воскресе поет. Всего доброго. Один раз на в году приходит, если... Ну, что тут? Роман Фроликов. Вчера. Прошу ваших молитв обо мне, Романе Фроликове. Мне надо с честью претерпеть наказание за свои прежние грехи, наверное. Вы были правы. До этого, когда со мной сопротивлялся, а теперь нужда коснулась, и теперь вы были правы. Понятно? Вот сколько уже такое было? Годами не соглашается. Но как Господь, говорится, звякнул по шалобану-то, ну и закрутился. И теперь вы были правы. Я отвечаю. Вот я постил. Можно ли поститься? Как? Это дальше. Так. Мне надо было давно поститься и молиться. Я заслужил быть в аду. Можно поститься в субботу и воскресенье? Ответ Игнатия Лапкина. Нет. Роман Фроликов. А если чувствуешь скорби большие, приближение их? Это нарушить надо, это устав. Ой-ой-ой. Ну, начинай с понедельника, неделю не ешь. Чувствую стремительное приближение меня к аду. Хочу... Вот у нас был здесь, его пришлось выгнать буквально 1.5 дня, и духу не было. А потом наладились отношения хорошие, все время пишет. Так, хочу заказать у вас комплект книг. Это 38 книг, 24 500 стоит. Пока у меня деньги есть, а то меня могут отобрать все, что у меня есть. Да, то мне могут отобрать все, что у меня есть. Да. Вот так понятно. Даже можно 2 комплекта книг. Один мне лично, а другой в библиотеку городскую. В таких скорбных случаях мне помогало чтение канонов и молитв ко причащению без принятия причастия мной недостойным. Оказывается, человек может поддерживать ложь, даже если она направлена против самого человека, ее поддерживающего. Вот он-то с чем-то. Видите, какие у него трудности. Помолитесь о нем. Рустам. Вы думаете, наверное, что я молодой, похотливый, сластолюбивый, наслаждаюсь своей профессией доктора в 28 лет? Ну, вот он медик. Нет, это не так.
Как бы я хотел жить и работать с вами. Взял бы любую работу, которая мне по силам. Ну, такие, как Роман, рядом. Очаровывается, а потом разочаровывается. И я не выпрашиваю. Нет, это мысли вслух. Когда я досмотрел только что видео «Златоуст из Потеряевки», у меня слезы полились. Вот нашелся же человек, Новиков Сергей Александрович. Он снова взял этот фильм и что-то там с ним делал. Он специалист. Он стал лучше намного-то. И концовку нашел. И все, теперь фильм полностью. Я его выставил утром сегодня. Так. Ночью. Да ничего из земного благополучия мне не надо. Не нужна жена, не нужна роскошь. Но жена не нужна, ее и нету еще пока. А которая была, не ценил. Мне я сказал не опираться. Дальше. Мне душа дороже. И вы мне родная душа для меня. И люди общины тоже. Вот взять даже Виктора Пащенко. Какой он кроткий, добрый, трудолюбивый. Нет, Пащенко, а тебе речь идет-то. Вот так и делается канонизация. Бунт картофельный. Давай. Я думаю, что Господь усмотрит мой дальнейший жизненный путь. Простите меня грешного. Слава Богу за все. Александр Марьясов. Мир дому вашему. Благодарю вас. Игнатий Тихонович. Все точно подмечено. Это про стихотворение, а терпение там. Вы правы, что человек, имеющий дарование Божие, это как смирение и терпение, достигает цель всей своей жизни, искренне осознавая то, что и добро, и зло в одинаковой мере могут указать путь праведности в вере и определении себя в земном бытии. Да. Низкий поклон всем, спаси Христос. Мир вам, Игнатий Тихонович. Дворкин начал войну против отца Владимира из Болгар. Вот показано где. Снова пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович, Дворкин опять фабрикует новое дело. Дворкин, про Дворкина столько выставлено, хиппи, откуда приехал, как учили в Израиле, в Америке, как заслали сюда. Это заслание с большой буквы. Самый главный разрушитель православия сегодня. Терпит уже, наверное, лет 20 с лишним. Вот где это есть? Дальше. Максим Некрутенко. Мир вам, Игнатий Тихонович, у меня вопрос. Можно ли утверждать, что апостольские правила действительно принадлежат апостолам? И где найти доказательства? Спаси Христос. Никогда вот не думал, что доказательства. Апостольские, да апостольские. Но апостолы-то были не только 12 апостолов, 70 еще жили, значит, где-то так раз названы. Даже мысль не возникала. Апостольские правила, они приняты в книге правил, каноны. Евгений Тропко. В наше время отступление от апостольского православия и в целом от христианства масса людей. Сколько семей крестят младенцев, а живут вне общины православной. Вследствие того не воспитывают этих младенцев даже крещенных полное погружение по канонам, по учению Христа, по Евангелию. Ссылаются, что практически полное непривитие христианской жизни, как то магически само по себе, восполнит крещение. Никак нельзя. В наше время надо оставлять детей хотя бы до 7 лет. А что, боимся, что в 7 лет уже не окунешь, купель будет прыгаться этот 7-летний? Ну, к тому, чтобы крестить не раньше 7 лет. Если не будет христианского воспитания, будет брыкаться и не захочет крещения. Так и мы проверимся, насколько готовили ребенка к крещению. Насколько молились за него каждый день, дабы сподобился принять крещение и быть чадом церкви. Интересно, мне игумен один и говорит, вот я, он узнал, что надо в полное крещение, то ну, надо маленько-то ну, смотреть по обстоятельствам-то. Ну и как? Ну нашли там, сварили, или как, бак там, бочку. А девочке там лет 5, но она за края-то ухватилась и держится, а он ее давит, и давно он ножку сломал. Ну теперь платит там сколько, ребенку ну, ножку сломать, это вообще... Ужас какой-то. Раз закрестили маленького, как игрушку. Это мое частное мнение про откладывание крещения хотя бы до 7 лет в наш век отступления от веры, когда нет общинной жизни и достойных христиан сегодня мало. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Вот видите как, вот сколько это вот прошло. Теперь это я тут пишу, что вчера подготовил я. Номер один. Псалом такой-то. Да, да, из луков твоих пустишь стрелы в лицо их. Псалом вот первый,
второй, третий, четвертый, одинаково называется, пятый. Это из моих роликов нарезку делает. А теперь, о терпении, вот где, вот тут, если хотите, вот узнаете, вот она, посмотрите как. Вот это заряжать, если псалом такой-то, из луков твоих пусть и стрелы в лицо их, и по-русски в Google, в YouTube заряжай, и уже откроется. А ну это вот какая, как назвать, интернетный адрес ее или как? Ну да, ссылка. Ну да, первый, второй, третий, четвертый, пятый, уже пять роликов. Вот, о терпении стихотворения, это тоже один человек начал трудиться, это Виталий Калиников. Вот первое уже у него есть, второе стихотворение. И тут один тоже помогал мне, Новиков. Моя биография. Биография первая. В ней 118 фото. Биография вторая, как Игла Лапкин, 135 фото. Вот. Третье. Сколько? 136 фото. Четвертый ролик. 150 фото. Так. Пятая, 136 фото. Шестая часть, 162 фото. Седьмая часть, 174 фотографии. Восьмая часть, 151 фотография. А представьте, сколько. Больше тысячи фотографий на мою биографию. Фотографии. Ну и дальше что? Номер второй. От Бога, судья живых и мертвых. Деяние 10.42, спустя полвека. Вот номер один, номер два. Это брат у меня Самуил старший в те времена. У него был съемочный аппарат. Ну, тонкая, узкая лента там. Ну и вот теперь племянник все это нашел и взял вот такие два. Ну, это стеноколон еще нету. И вот теперь показать наши ресурсы. Вот по порядку начнем. Первое — это вот «Мой мир». Я очень люблю его. И, ну, просто очень хорошая система. Сейчас попробуем обновить. О! А нету. А нету. Почему нету? Значит, отключили. Ну, нет ничего. А вот наш форум. Так вот, вот он смотрится. 1600 тем. А вот, ну, это уже я убираю. Это православный наш видеоканал. Вот каждый день я выставляю 16 или 17 видеороликов. Вот. Если начинают исследовать, ну, тут увидят. Вот вчера у меня было «Из луков твоих пустишь стрелы». Вот уже посетили 107. Роман Малыш сегодня ночью выставил. Ролики старые выставляю, не добавляя ни буквы, ничего. Вот уже больше 123 ролика. Златоуст из Потеряевки посмотрели сегодня. 174. Ну, это все сегодняшние ролики. Вот из Молдавии человек, 136. А Василий сколько? 204. 204, то есть самое популярное — это Василий. Согласился расклеивать объявления. А вот вчерашние были. Утро раннее, я пошел, ведро мусора вытащил, ну и маленько побеседовал. Сколько? О, 2544. О, это рекордное. Почему на него так обратили внимание, тоже не знаю. События дня, вот помаленьку, 500. 500. Да. А вот минуты простой жизни, это через наружное наблюдение в жизни. Сколько тут? 802. 802. Ну, что же батюшка делал, как бы, доклад, что было в Потеряевке. Я сказал, отдельно ролик сделать, не ведь все собрание, а из собрания вычленить заранее. Ну, и вот вычленили по роману. Сколько здесь? 2570 просмотров. Ну, вот это, для нас 2000 это вообще рекорд. Не тысячи, но это именно те люди, которые к нам приходят. Ну, вот так вот. Ну, и православный библейский сайт. Сегодня уже так много времени прошло. Вот столько. Сколько мы сейчас ролик? 58 минут. Все на этом. Выключаю. Благодарю, Никита. Сейчас покажу, где. Вот кто считал, мне помогает. Сейчас Никита Андреевич Колесников. Вот он сидит рядышком. Там Надежда Васильевна болящая. Где там? Покажись хоть сюда. Володя на кухне. Вот все наше общество близкое. Сейчас надо кошек спрятать, голубей буду выпускать. Все на этом. Благодарю.